когда говорят шоу-бизнес, подразумевает что-то очень низкопробное, очень такое вот прям шоу-бизнес, это прям вот это шоу-бизнес, а вот это искусство. Все-таки шоу-бизнес – это прежде всего бизнес. А здесь основная цель в этой сфере – это просто зарабатывание денег. У меня всегда возникал вопрос, почему не сделать искусство частью шоу-бизнеса? Всегда возникает вопрос – это можно, это отнести к искусству, или это уже не является искусством? Вот эта поп-дива, она творит искусство, или это дешевка какая-то, или это шоу-бизнес? Сейчас остались единицы, которые способны все-таки ставить во главе угла искусство. А искусство, которое стоит во главе угла, оно обязательно в обязательном порядке, да, оно превращается потом, оно превращается в какие-то материальные блага. Так же получается, если человек делает это отсюда, он зарабатывать на этом будет однозначно.